Я не боюсь сверления зубов, но я не хочу слышать этот звук снова. Нужно ставить укол у стоматолога. Я так не хочу этого, я так боюсь. Да, стоматология меняется. Сегодня мы можем предложить абсолютно новую инновационную стоматологию, которая подразумевает лечение без боли. При этом мы восстанавливаем форму зуба и придаем его первоначальную природную естественность и функциональность. Новая стоматология – это новые материалы, новые технологии, которые позволяют удалить кариозные процессы без прикосновения к зубу. Если врач использует бормашину, бормашина может убрать больше, чем планировалось. Я хочу, чтобы лечение зуба было бы легким, как прикосновение перышком. Как только вы коснулись зуба бормашиной, вы обрекаете его на пожизненное обслуживание. Если бы на раннем этапе был использован вместо бормашины микропесочный бластер, врач бы мог сделать пломбирование, которое служило бы всю жизнь. Я хочу пролечить зубы один раз и больше не возвращаться к этому. Я не хочу тратить свое время, тысячи своих денег на такие вещи, как имплантация, удаление нервов, либо коронки. Должен быть лучший способ. Это новые материалы и технологии, которые позволяют запломбировать зуб так, чтобы не раздражать нервные волокна в дентинных трубках и при этом не вызывают боли. Эта технология позволяет создать сверхпрочный слой, связывающий зуб с пломбой и надежно удерживающий все вместе. Сейчас это самое лучшее, и это мы можем предложить вам сегодня. Хочется, чтобы повсюду применялась эта технология. Она приносит пользу пациенту, но не совсем выгодна стоматологу. Врачи, участвующие в этом, заинтересованы в сохранении структуры зуба. Я думаю, это вопрос этики врача-стоматолога. У меня уже есть опыт у стоматолога. Это как удаление нерва, коронки, сверление зуба. И это приходилось делать снова и снова. Я не хочу, чтобы мои дети в будущем прошли через все это. Да, именно так. Это то, о чем мы сегодня говорим. Мы можем восстановить структуру зуба, которая была повреждена или потеряна. Тем самым мы возвращаем зубу прочность и функциональность. И для вас это будет совершенно безболезненно. Чего я боюсь у стоматолога? Это сверло. Я определенно не хочу услышать этот звук. Я боюсь сверления. Этот шум, этот запах, укол. Когда я узнаю, что с моими зубами что-то не так, я просто не хочу идти к стоматологу. Я бы выбрала новую стоматологию. Воздушная абразия. Меньше боли, меньше сверления, меньше визитов к будущему врачу. Это выгодно для меня и для моей семьи. Это не то, что было раньше у нас в детстве, либо последнее время. Новое? Это здорово. Теперь я люблю ходить к стоматологу.